Пусть в Каменогорске основные тезисы и направления послания президента теперь изучают в школах. В общеобразовательной программе предусмотрены специальные классные часы, на которых школьникам в доступной форме рассказывают о наиболее важных аспектах этого документа. Здесь же объясняют значение сопутствующей символики. Послание президента выражает общие цели, наши общие цели, и под словом «наши» я подразумеваю мое поколение, то есть моих сейчас сверстников, одноклассников, и нас в будущем. И, собственно, годы, обозначенные президентом в своем послании, как раз, наверное, придутся на мою взрослую жизнь.